Хорошо. Хорошо. Все, поехали. О, ну что, поехали. Номер 4. Пятая игра, да. Только пятая. Еще вместе с этой 7. Нет, одна первая. Какая разница? Вместе с этой 7 игр. Ну что, друзья, начинается у нас очередной матч Portland Fire против Miami Souls. Это ВБЛ, не знаю, наверное, Love Division, скорее всего. Готовится команда к вбрасыванию. Ну и первое владение за командой Miami. Джордан у нас на площадке сегодня присутствует, судя по форме. Ладно, в общем, неплохое движение от игроков Майами сейчас было, но, правда, прерывают их атаку. Ну и отправляется у нас Портленд в ответную, так сказать, атаку. Пока по нулям забито, мячей у нас не было. Неплохая такая подгрузка в трехсекундную. Не забивают в этой атаке Портленд. Закидывает в краску. Возвращается мяч по свободный бросок. Третий номер промахивается. Там борьба за мяч активная. В итоге все-таки забирают себе игроки Майами владение. Там Кулиева не дает ей бросить. Подбор за игроками Майами, но нет. Время, я так понимаю, у нас вышло. Портленд в атаке. Опять не выходит тут выбросить мяч у 29 номера. Это Говоркова Алина. Не Говоркова, прошу прощения. Говорова. Говорова Алина. И снова в нападении игроки Майами. Тут просит заслон наверху, третий номер. Бросает через руку. Треха не заходит. Подбор. Поборолись все. Говорова с мячом. Побежала вперед. Неплохая передача, но вот в лицевой читают следующую пас игроки Майами. Ну и они уже в атаке. Самойлович в проходе не забивает, подбор за Портлендом. Смотрим, что придумает. Пока на дуге тут мяч остановили. Периметру движения. Махлина под 17 номер на Говорову отдает. В итоге чуть потерь не случилось, но нет, все-таки опять загружается краска, но потеря. Самойлович с мячом. Неплохая передача. Снова к третьему номеру мяч возвращается. Бросок. Неточным он выходит. Полетели вперед игроки Портленда. Хороший вход в зону. Бросок с дистанции промахивается. К сожалению. Портленд. Снова подбор за Портлендом. Агалагрова его организовала. Снова за мяч цепляется. Но все-таки Майами удается мяч в нападение вывести. Промахивается восьмерка в быстром отрыве. Морозова Надежда с мячом у Портленда. Да, ждет она расстановки от своей команды. В итоге Нагаларову загружает. Снова получает обратно. Время на атаку заканчивается. Морозова решает сама в проход идти. Из-под руки Самойлович не заходит. И забирают Шур себе мяч. Снова тут есть в Майами возможность атаку организовать. Помогает заслону восьмому номеру. Бросок
в исполнении Майами неточный. В принципе, достаточно все неплохо. Кривенкова сейчас Анастасия пыталась отбиться. Может, подглючивает просто. Нет, это лав, я так понимаю. ВБЛ лав, да. Но вот эта команда, она только-только начала играть. Есть еще слабее? Нет. У женского нет слабее. Да. Yes, этот лав. У мужского есть. А есть мужской плюс. Это хуже, чем хуже. Ну, это как бы пока непонятно, хуже это или нет, потому что... Друзья, друзья, я, как говорят, как на стримах говорят, ну, типа, когда плохо о чем-то выражаются. Я типа не согласен, я не согласен. Ладно, Морозова заряжает тем временем, треху не попадает. Ну и Портленд отправляется в защиту. Самойлович с мячом. Неплохая передача, и в итоге Кривенкова сейчас на линию штрафных отправится. Посмотрим, как с линии штрафных справится сейчас. Первый забивает. А второй тоже... Точно в кольцо. Нет, не засчитали заступ. Сегодня много таких ошибок с линии штрафных совершают команды. Что в изи, что в детском, что в ВБЛ. Опять неплохая передача, но это пробежка сейчас будет от 19 номера. В итоге и потери это становится. Самойлович тем временем с мячом. Заряжает треху, третий номер, промахивается, подбор оставляет Майами за собой. Очень неплохо Шур там находит, под кольцом и забивает 18 номер. Два очка. Морозова ошибается в передаче, Шур снова перехватывает. Ну и борьба за мяч в итоге. Остается владение за Портлендом. Говорова на Ширгалину. Там Морозову находит, скидывает в угол. От 13 номера неточный бросок, к сожалению, выходит. Владение опять у Портленда. Говорова с мячом. Снова промах. Полетела Кривенкова. Самойлович, Шур там под кольцом активно пытается позицию отбить, промахивается в этом проходе Самойлович. Самойлович, я не знаю, как будет правильно. Ставьте ударение, друзья, как вы считаете верно. Кравцова Ирина по 62-м номерам появляется в составе Портленда. Морозова загружает она Ширгалину. Та назад. Как раз таки на только что вышедшую Кравцову. Вот иногда удивляет меня, что только-только со скамейки игрок выходит, сразу пытается зарядить. В этот раз не попали. У Кривенкова перехватывает эту передачу. Самойлович находит. Или Самойлович, я даже не знаю. Веронику Самойлович, наверное. Да, из-под кольца реверсом не завершает этот быстрый прорыв. Заброс. Ширгалина сама будет забивать. Ну и два очка из-под кольца от игроков Портленда. Черт побери, я такой популярный. Развернул камеру, так развернул. Проход тем временем от игроков Майами.
Да, мяч будет снова с лицевой вводиться игроками Портленда. Вернулся Галарова Джамиля на площадку. Морозова с мячом. Девчонки просто разыгрываются. Хватит, Саш, хватит. Только разыгрываются. Конечно, конечно, конечно. Но, между прочим, вот так вот по статистике Майами 57 очков в прошлой игре набрали. Это второй матч для них. Забивает тем временем Ширгалина из-под кольца. Да, тут чуть фол получает седьмой номер Агаларова. Самойлович с мячом заряжает снова треху. Не точно она получается. Агаларова мяч подбирает, сама тащит. Всех оббежал седьмой номер. Хорошая скидочка. Это пробежка сейчас, скорее всего, будет. Нет, два очка засчитывают. Два очка засчитывают, да, никакой пробежки. Ну и на линию штрафных. Ширгалина встает. Два с фолом забито. Плюс... Слишком высокая траектория. Тем не менее, мяч отскакивает прямо в руки к 19-му. Там вдвоем пытаются ее игроки Майами поддавить. Морозова снова на Ширгалину. Та из-под кольца промахивается. Ну и владение за игроками Майами. Самойлович. Вот это тоже будет пробежка сейчас. Да. Кулиева тут попыталась отодвинуть соперника. В итоге натоптала немножко. Морозова тем временем в атаке у Портленда. Заигрывает 62-го. Снова Морозова мяч возвращается. Ширгалину в краске нашли. Ну, пока по периметру Портленд мяч двигает. Кравцову там прихватили. В итоге все-таки остается. Достается мяч игрокам Майами. Неплохой заброс. Бросочек от... Все как нужно от Литвиновой. Два очка. У кого? У кого? О, не. У меня ее нет в списке. Ну, она, походу, там отгрузила. 57 очков они в первой игре накидали. Майами. Самойлович тем временем в проходе. Забивает третий номер 2 очка. 8-7 у нас счет становится. Майами потихоньку догоняет в этой встрече. Морозова пытается тут всех обойти. Вот вдвоем в Ширгалиной они играют, в принципе. Последний какой-то промежуток такой. Морозова ищет Ширгалину. Та пытается под кольцо забраться. Ну вот сейчас владение у Портленда. Фол просто выписывает игрокам Майами. Ширгалин получает там прям под кольцом передачу. В итоге мяч выскакивает. Побежали вперед. И два очка в быстром отрыве от Литвиновой. Закончилась у нас первая четверть. 9-8. Впереди Майами. Но в любом случае, как бы смотрим, что у нас 37 очков в среднем Портленд забивает. Ну, так более-менее в своей цифровой, скажем, зоне по набору очков. Майами Хит сыграли одну игру, это вторая игра их. В прошлой игре они 57 очков накидали, но был в составе, там была Васильева Татьяна, я так понимаю, она там очень много решила в плане набора очков. Ну, посмотрим. Первая четверть не супер результативная, много промахов. Друзья, мы еще даже до экватора игр не добрались. Даже половину матчей не прошло.
Что же будет? Что же будет дальше? Возвращаются у нас команды на площадку. Портленд будет начинать. А, нет, прошу прощения, ввел всех в заблуждение. Майами будут начинать эту атаку. Самойлович на Кривенкову тут сыграла. Снова получает третий номер. Решает со средней такую угрозу. Обозначила, но не бросила. В итоге бросок от Литвиновой неточным оказывается. Шур поборолась, но не забрала. Морозова от кольца до кольца. Встречают ее игроки Майами. Из угла атака не проходит. Снова Морозова с мячом. Просит заслон. Получает его. Пытается ворваться. Тут два раза развернулась. Ой-ой-ой, какая хорошая сейчас защита, в принципе, в исполнении Кривенковой. Все очень чисто сделано на ногах. Очень здорово отработала. Перехват от игроков Майами. И вперед в отрыв. Рубцова полетела, забивает два очка. Ну вот, такая вот история. 11-8. Морозова опять спиной, пытается очень далеко от кольца там продавить. Не очень, мне кажется, это правильный выбор и решение. Врывается тем временем под кольцо Агаларова, не забивает. Но владение у Портленда остается, но ненадолго, совсем, к сожалению. И классическая уже в исполнении Майами атака. Самойлович получает мяч, проходит и забивает третий номер. Портленд совсем там коридорчик. Осталось только еще пригласить для прохода. Ну, этого не понадобилось. Все прекрасно. Третий номер Майами сама видела. Два очка из-под кольца не заходят. Там пытается максимально затруднить выход из своей зоны игрока Майами. Шур выбрасывает, находит. Самойлович совсем одна здесь. В лицевую третий номер врывается. И два очка. Ну вот. Так, не забивает у нас Портленд. Раз за разом забивает Майами. Пытается тут через штрафную сыграть. Неплохо сейчас развернулись. Забивают два очка. С дальней дистанции пробует Кривенкова. Не забивает. Ну вот, забирает все-таки Портленд это владение себе. На дриблинге. Нужно выводить. 8 секунд заканчивается. Успевает все-таки Портленд. И, пожалуйста, такой проход агрессивный достаточно. От Агаларовой мы видим. Самойлович тем временем получает мяч. Жалко, ноги не снимает камера. Верхняя часть попала в кадр, а вот низ нет. Судейский танец так бы был. Морозова теряет тут мяч на дриблинге. Литвинова находит Самойлович. Я не знаю, простите меня, уже запутался. Пытаюсь найти правильный вариант. Промахивается Литвинова. Подбор за Портлендом. Морозова пытался затянуться. Владение в итоге к Майами возвращается. Ширгалина возвращается под 19 номером. Морозова тоже отправляется отдыхать. Майами тут пытаются набрать очки в этой атаке. Пока не очень все успешно. Шнур там. Шур. Шур, конечно же, не Шнур. Шур. Хорошо отрабатывал, но в итоге удается. Агаларова снова прорывается. Из-под кольца там выбросить второй раз не дают игрокам Портленда. Снова Портленд будет мяч лицевой водить. Ширгалина получила мяч. Разворачивалась, но в итоге владение остается за игроками Портленда. Еще одна попытка. Из угла не заходит от 13-го бросок.
Подбор остается за игроками Портленда. Снова на Галару играют. Семерка тут далеко от кольца. Ну, такой момент очень своеобразный. Тридцать девятый номер. Лукьянова получает персональное замечание. Тоже не так давно на площадке появилась. А Галарова тем временем первую штрафную не забивает. Второй тоже. Но подбор остается за Портландом. Скидывают опять-таки под бросок. Но не решает Портланд тут с дистанции заряжать. И в итоге два очка в таком контакте. Шургалин забивает. И снова Майами, снова Самойлович проходит третий номер, да, и в итоге фолят все-таки на ней. Не получается ее особо остановить. Второй штрафной реализует. Третий номер Майами. Морозова вернулась на площадку. А Галарову она поменяла. Вновь попыталась что-то сыграть на Шергалину. Там мяч не выхватывает. Самойлович на дриблинге, в принципе, удается перетащить мяч, получает заслон. Броска пока нет от игроков Майами. Заброс на Шрур. Зато мяч не доходит, перехватывает Портленд. Побежали вперед. Ну, смотрим под кольцом. Хорошо разобралась эта ситуация Шергалина, развернулась, забила. Ну и снова Самойлович бросает треху. Не заходит подбор за Портлендом. Шергалину там пытаются максимально подхватить, прихватить. И да. Фол снова получает у нас 39 номер у Майами. Это Лукьянова. Литвинова тем временем возвращается на площадку. Морозова. Опять наброс в трехсекундную. Не очень удачно. Литвинова там борется за мяч. И в итоге спорный. С лицевой Портленд заигрывает. Снова пытаются через большую свою сыграть. Выкидывает просто не глядя мяч. Литвинова его подхватывает. И да, там фол от Морозовой. Ну... основательно свалило, чтобы уж точно не забили. Отправляется восьмой номер на линию штрафных. 14-16. Двухочковое преимущество у Майами. Первый штрафной не заваливается. Попрыгал немного, да, упал в обратную сторону. И как сказки-присказки уже разговариваю. Ладно, второй забивает. Литвинова 17-14. Морозова с мячом. На половину соперниц мяч дотащила. Неплохой заброс под 17-м номером. Не видел кто, забивают, в общем. Сейчас Портленд в этой атаке. Ну и Майами сохраняет сейчас мяч, хотя близко было к потере. Возвращается тем временем Говорова на площадку. Агаларова. Ну и вот 17-й Махлина Екатерина. Вот нашел я, как зовут игрока. Подбор тем временем за Майами. Да, тут надо вылавливать мяч. Снова Майами будет с лицевой водить. Самойлович сама тут набрасывает, не забивает. Литвинова подбирает. И...
Потеря для Майами в этой атаке. Там Морозова за руку держится. Видимо, ушибла. Но будем надеяться, не сильно это повлияет на дальнейшую игру для нее. Треха свободная от 18 номера. Залетает трехочковый. Ну вот, Портленд выходит вперед у нас. Самойлович тут с мячом. Свободная треха от нее. Не получилось такой обмен в атаках провести. Морозова с мячом. Кривенкова против нее в защите. Был момент, когда очень неплохо в краске она там защищалась против Морозовой. Ну и сейчас усложнила жизнь. Говорова со средней. Два очка забивает 29 номер. Ну вот, Майами немножко просели. Тут заброс. Кривенкова хорошо всех обыграл. Ну как же так не забила? Уже все сделала для того, чтобы мяч в кольце соперник оказался. И промахнулась. Агаларова сама в проход отправляется. Промахивается. Подбор за Портлендом. Ну и Ширгалина подобрала после промаха партнеров. Тайм-аут у нас Майами, я так понимаю, наверное, попросил. А кто из? А кому тайм-аут? Белые взяли? Майами, Майами. Черные, красные. В общем, все цвета радуги у нас здесь. Да, вот это преступление на самом деле, я считаю. Украсть стул у человека, это все. Зашквар. Минута 8 секунд до конца второй четверти. 24-17. Портленд впереди. Ну и в Майами так подпросили во второй половине. Шур прикладывает там лед на скамейке к голове. Надеюсь, что все будет хорошо. Начинает атаку Майами. 33-й с мячом. Самойлович получает снова передачу. Ну, понятно, что третий номер позиции лидера разыгрывающего отыгрывает в этом матче. Но вот сейчас промахивается. Морозова с мячом. Сама пойдет проход. До конца. Там, ну так, на грани. На грани отыгрывал пятый номер в защите. У Майами. Она старается очень сильно. Подбор за игроками Портленда. Ну и... Фол получает 33 номер у Майами. Это Рубцова. Не попал первый штраф. Не попала первый штрафной, конечно же. Девушка у нас их исполняет. Да. Ширгалина. Первый попал, второй не попало. Ну и тут Самойлович попыталась в быстром проходе набрать два очка. И в итоге на линию штрафных. Третий номер отправляется. Нет, пока еще нет. Первый штрафной тем временем забивается. И счет у нас 18, становится на 25. Если сейчас третий залетит, то и 19. Попрошу отметить. Вот так вот из 2-2. Да, во многом Майами не в супер большом разрыве с Портлендом благодаря игре именно третьего номера. Ну, посмотрим, посмотрим. Вторая половина нас ждет, друзья, далеко не расходимся. Если хотите, конечно, перекусить, можете пойти поесть. Ну, к четвертой четверти точно возвращайтесь. Думаю, там может появиться интрига у нас. Нет. Сегодня во всех матчах у нас какая-то интрига в конце появляется. Даже вот в предыдущем, за две минуты, умудрился же до четырех очков.
Да, у нас на середине задержка. Прикинь? Откуда она взялась? Я не знаю. Ну как раз вот и перерывы у нас не будут. Прекрасно. Я бы как бы... Началась у нас третья четверть. Сразу же забрасывает Портман туда в лицевую передачу. Не очень удачно она получается. Самойлович с мячом тем временем. Майами будет пытаться сейчас вернуться. Кривенкова заходит от нее треха от Кривенковой. Ну вот такое вот бодрое начало. Не вылавливает Махлина эту передачу. Снова Самойлович с мячом. Проход через центр. Выбивают у нее сейчас мяч игроки Портленда. Решили в начале четверти те другие очень быстро в атаку переходить. В итоге вырывает сейчас мяч для своего владения. Морозова треху заряжает, забивает. Ну а Ширгалин перед этим как раз таки мяч и вырвала из рук соперниц. Литвинова. Шур на площадку вернулась. Находит опять-таки Самойлович. Та заряжает, треху промахивается. Морозова подхватывает, побежала вперед. Разворачивается. Да, тут пробежку сейчас. Седьмому номеру свистят. Ошибается Агаларова. Заходит тем временем из угла. От Кривенковой бросок. Просит Морозова тут заслон, но в итоге не дожидается его. Сама начинает обыгрывать. Из-под руки бросок. Да, и Кривенкова получает персональное замечание. Ну, а Морозова сейчас попытается с линии штрафных. За это нарушение наказать соперниц. Первый заваливается. Второй неточным оказывается, но тут не подбирают игроки Майами. Морозов снова будет мяч водить. Не дают тут получить его Ширгалиной, но Агаларова подстраховывает. Владение остается за Портлендом. В итоге бросок у нас с трехи. Успеет Портленд? Успевает за мячом. Агаларова. Время на атаку истекает. Выбрасывать приходится. Махлина очень неточно выполняет этот бросок. Понятно, что на последних секундах, но уж совсем он далек от попадания был. Тем временем пытается исправиться за прошлую ошибку Кривенкова. Не попадает. Говорова. Там ее прихватывают. И борьба за мяч. Вот это да. Вот это желание мяч подобрать было. Отлично. Отлично. В исполнении Кривенковой. Попытка спасения. Желание мяч в игре оставить, это отдельная опция. Морозова получает возможность тут ворваться. От щита не заходит мяч. Сейчас побежала Литвинова вперед. 13 номер в составе Портленда получает персональное замечание. Не забивает Литвинова. Снова мяч на периметр. Треха от Самойлович не залетает. Подбирает Портленд. Побежали вперед. И снова сейчас фол пятому номеру выпишут. Да, тут Кривенкова получает персональное замечание. А Агаларова на линию штрафных отправляется.
Первый забивает. И второй туда же из 2-2. Отличное исполнение штрафных. От Агаларова Джамили. Почему он шатается постоянно? Скажите мне. Не стал сейчас бросать Самойлович. Ну, посмотрим. Потащил Агаларова снова мяч на себе. Чуть не потерял на дриблинге. Морозова тут подхватывает. 2 очка от Портленда. Но увеличивает Портленд обороты. Майами с этим не справляется. Слишком плохо все с попаданиями. Шергальна мяч подбирает. Ну и поехали. Портленд, очередная атака. Снова Морозова с трехи. С подшага с такого выбрасывает. 18 номер не попадает. Агаларова отборолась. Снова мяч остается у Портленда. В таком падении передачу Агаларова отправляла на Ширгалину. Но в итоге все-таки потеря для Портленда. Угол передачи. Смотрим, что здесь придумают. Неплохо всех, в принципе, удалось оббежать Кривенкова. Его только забить не получилось. И перехватывает сейчас Литвинов передачу эту. Фол получает 13 номер у Портленда. В угол перехватывает Агаларова. Прочитала эту передачу. И сразу потащила мяч вперед в лицевую. Скидочка очень неплохая. И 2 очка от Махлиной. Из-под кольца ждала она прям этого паса. Ну вот. На линию штрафных сейчас отправится 23 номер у Майами. Кулиева. Посмотрим, как у Ливой будет со штрафной. Первый промахивается. Второй заходит от щита, забивает. 10 очков разницы. Есть некое такое ощущение дежавю с прошлым матчем. Опять 10-очковое преимущество одной команды на другой. Ну и особо оторваться не получается при этом. Дистанция сохраняется. Посмотрим, будет ли такие же последние 2 минуты, как в предыдущей игре. Литвинова заряжает очень неточная треха. Агаларова потащила мяч. Ну и тут Кулиева ненужный абсолютно фол сейчас зарабатывает. Сразу же замена. 33 номер Рубцова появляется на площадке у Майами. А тут, пожалуйста, от забора у нас залетает треха. Ну, что тут скажешь? И размениваются тут трехочковыми обе команды. Говорова забила, соответственно, у Портленда. Кривенкова забила у Майами. Вот так вот все у нас в этом матче и происходит. Одни забивают, другие отвечают. Самойлович, ой, ну там будет, да, такой фол-фол. Безоговорочный. Агаларова сразу же там поднимать на ноги. Самойлович Веронику начала. С лицевой мяч сейчас будут вводить. Еще одна попытка с дистанции. Не попадает Кривенкова. Подбор. Вроде как Шур там забрала, но опять-таки забить не дали. Шур тут хорошо обкрадывает. И полетели вперед девчонки. Майами 2 очка. Здорово все раскидали. Кривенкова и Шур. Тайм-аут. 38-28.
Да, 10 очков разница. 8. Ну, я просто к тому же. 38 на 30. Все-таки 8 очков разница у нас. Ну и 2 минуты до конца третьей четверти. Впереди четвертая. Пока. Не будем заранее говорить, что точно победа за Портландом. Вспоминая прошлую игру, все может поменяться очень быстро в ВБЛ. Ждем, ждем начала после тайм-аута, возобновления игры. Можно пока посмотреть общую статистику. 37 очков в среднем, кстати. Не знаю, говорил я, не говорил. Забивает Портланд в предыдущих 6 матчах. Именно столько они набирали. Ну а в первой игре Майами, которую они сыграли в прошлом туре, 57 очков удалось им набрать. Но в этом, думаю, что поменьше будет. Кстати, со средней Майами 39% забивает, у Портленда 28,9%. Такая значительная разница, но опять-таки, думаю, что эти цифры у нас учитывают присутствие нескольких еще игроков в составе Майами. Сегодня достаточно короткая ротация. Я так понимаю, что без лидеров Майами играет. Морозова неплохо там находит Ширгалину. Из-под кольца не забивает Портланд. Снова Самойлович Вероника с мячом. Врывается очень здорово. Ускоряется третий номер. Через всю площадку протаскивает. Промахивает сейчас со средней. Владение остается за Майами. Литвинова получает мяч. Сама через центр врывается. Снова тут награждают ее по рукам. Ширгалина Александра получает. Пятый? Команды. Фу ты, блин. Все следующие фолы теперь будут пробиваться игроками Майами. Ну а тем временем из 2-2 в исполнении восьмого номера. И последняя минута, тем временем у нас третья четверть пошла, шестиочковая разница. Как я и говорил, все быстро достаточно меняется. Да, тут решили с Сашей поделиться мячом, видимо, игроки Портленда. Но не включилась она в игру. Мороз тем временем подбирает мяч, потащила сама. Пытается на ногах с ней Кривенкова там сыграть без фолов. Прорывается 18-й, но все-таки фол получает Самойлович. Самойлович. Вероника уже замучился. Как же правильно произносить? Самойлович. Все, Самойлович для себя решил. Морозова тем временем на линии штрафных. Да, тут всем понятно, что не успеет она выбросить до того, как время третьей четверти закончится. Поэтому... Первый. Точно. Второй. Не точно. И еще целая четверть, друзья мои. Нет, сейчас она с ракет. Она сейчас забила штраф же. Это сейчас правильный, да, счет 39? Или 40 сейчас все-таки? Окей. Ну, значит, 7, да. 7-очковая дистанция. Ну что, возобновляется у нас встреча. Кривенкова играет Самойлович. В проходе Вероника не забивает. Подбор за игроками Портленда. Находит Махлину. А дальше возвращается к ней мяч. Бросает со средней. Промахивается. Передача вперед.
на Самойлович там в быстром отрыве не забивает. Подбор, тем не менее, удается за Майами зацепиться. Борьба там за мяч отчаянно идет. Все-таки игру ногой фиксируют у Майами. Потеря для них в этой атаке. Морозова сразу на Ширгалину. Та находит Махлину. Возвращается мяч к Морозовой. Ширгалин тут открывается под эту передачу. Ну и... Двинова получает персональное замечание. Пытается спорить, но... Судьями спорить не лучший вариант сегодня. Махлина будет сейчас мяч водить. Находит Морозову, но выбивает Самойлович этот мяч. Но 18 номер будет водить его на Галарову. Самойлович на ногах защищался, но тем не менее. Так, снизу 2 очка набирает. Семерка Портленда. Врывала сейчас проход Кривенкова, накрывает ее. Из угла треха. Не точной совсем она получается, в ребро попадает мяч. Агаларова тащит на себе, не выходит у нее проскочить между двух игроков. Майами, тут Кривенкова тоже ошибается, но такая. Почти трехминутная серия некого скомканного баскетбола у нас происходит. Морозова с мячом. Пытаются загрузить свою большую в краске. Ошибается в этой передаче. 17 номер. Махлина Екатерина. Ну и... Ой-ой-ой, тут пробежка сейчас будет. Да, Литвинова натоптала немножечко. Отправляют Ширгалину отдохнуть. Хорошая игра для нее, много работы. Может, не столь много очков, но, в принципе, очень-очень неплохо. А ты Морозова с мячом тем временем. Ищет тут партнеров. Неплохой заброс. Накрывают бросок Агаларовой. Но владение у Портленда. Нет, не у Портленда, у Майами. Сам я немножко уже начал в показаниях путаться. Снова Майами в атаке. Очередная попытка трехочковая. Из-под кольца тем временем 33 номер. Рубцова набирает очки. Очень неплохо отыгрывает она временами. Но опять-таки не столь много времени игрового на площадке она получает. Морозова пытается проскочить. Шур. Елена получает персональное замечание. Как раз таки 18-й свалил на 18-м. Ну и Махлина сейчас будет начинать атаку. Агаларова. Проход отправляется. Ну, в этот раз... Нет, все-таки остается. У Майами показалось, что выпустила сама Агаларова этот мяч. Морозова неплохо открывалась. Снова владение, тем не менее, остается. Потому что Кривенкова там на опережение попыталась сыграть. Еще одна игра на опережение от Майами. Агаларова все-таки получает. Сейчас удалось Портленду в очередной попытке ввести мяч. Морозова владение заканчивается. Будет 17-я заряжать. И нет, выпрыгивает после Махлиной. После броска Махлиной мяч с кольца. Самойлович Вероника получает персональное замечание. Портленд сейчас будет пробивать штрафные. Первый нет, не свалил все-таки мяч в кольцо. И второй неточный. Шур Елена подбирает. Самойлович потащила вперед. Пробежка нет. Нет, не свистят тут пробежку. Находит Шур под кольцом Самойлович. В итоге все-таки мяч в Майами сохраняется. Чуть не потеряла Кривенкова его. Через центр снова в проходе пытаются. Забивают все-таки сейчас 2 очка. Морозова.
Кривенкова опять ее вот тут встречает персонально, продолжает всю игру держать 18 номера. Ошибается Морозова, побежала вперед Майами, побежали, 2 очка. Спокойно, уверенно. Самойлович забивает. И вы мне хотите сказать, что это не интрига? 41-38, опять 3 очка разница. Морозова развернулась. И с фолом забивает сейчас нужные очень 2 очка сейчас для Портленда. Майами их начали ощутимо прям догонять. Ну, в итоге сейчас снова 5 очков будет точно. И в случае успешного выполнения штрафного до 6 может дойти. Но нет, мяч даже кольца не коснулся. В итоге Майами будет сейчас водить мяч через судью. Замена. Морозову отправляют отдохнуть. Ширгалина выходит. Очень неплохо с Майами сейчас разыгрывают. Кривенкова опять открывается, забивает из-под кольца, 5 номер. 3-очковая дистанция. 5 минут остается до конца 4-й четверти. Кравцова любит пробовать сразу, выходя на площадку, заряжать. Самойлович опять с мячом. Никто ее не встречает совсем. О-о-о, как же так, не забивает сейчас. Очень нужные сейчас 2 очка. Нужны были для Майами они, но не забило. И тут... Четвертый пол номер 3. 2 броска. Да. Аж дыхание перехватило. В общем... Не очень приятная ситуация. У Самойловича Вероники 4 персональных. Играть еще достаточно много. Ну и она явно лидер по игре в команде. Если она сейчас отправится за перебор штрафных, то боюсь, что для Майами игра, скорее всего, закончится. Промахивается. Тем временем Агаларова. Майами в атаке. Вероника Самойлова с мячом. Самойлович... Из угла промахивается Литвинова. Подбор остается за Майами. Снова третий в проход отправляется. Промах. Шур не добирается до мяча. Литвинова на ногах тут пытается притормозить атаку. Морозова. Хороший заслон ей ставят. Врывается 18 номер. Фолов нет. Подбор, тем не менее, остался за Портлендом. Махлина забивает. Самойлович в проходе. С дистанции не забивает. Тем не менее, подбор снова за Майами. Нет, не за Майами. Спорят там за мяч. Борются и те, и другие. Портленд полетели сразу вперед. Хороший заброс. Посмотрим, как его реализуют. Ой-ой-ой, тут закрутилась Ширгалина. Не забила. Тем не менее, снова Портленд с мячом. Морозова с трехи не попадает. Подбор за Агалаковой. Загружают все-таки Ширгалину. Та разворачивается, не забивает. Приходится отбрать. 3 секунды. Нет, там правильно. Касание кольца же было. Какие 3 секунды. Пытаются еще раз дистанции. Просто у Портленда ничего не залетает. Да, не стало сейчас Самойлович торопиться. А в итоге Литвинова бросает, промахивается. Мороз за вас с мячом. Пытается к ней выйти Самойлова. Перехват чуть-чуть не состоялся. На дриблинге у Морозова мячик выскакивает. Шур там зацепилась за него. Все-таки удается быстрый отрыв сыграть. 2 очка. Нет, не падает мяч в кольцо у Майами. Как же им не везет. Но потеря. Портленд, в принципе, сейчас возвращает мяч. На ровном месте. Последние 2 минуты. В проход отправляется 5 номер. Кривенкова теряет его на дриблинге. Морозова врывается, не забивает. Подбор за Ширгальной. Снова Ширгальна подбирает после промаха уже Махлиной.
Вот сейчас Майами все-таки удается мяч забрать. Пытаются на половину соперника мячик дотащить. Игроки тайм-аут. Тем временем у Портленда, не у Портленда, у Майами. Полторы минуты, 6 очков преимущества. Ну, с дистанции Майами не забивает сегодня особо. Ну, скорее нет, чем да. Там у Вермонта есть просто джокер. Да, но судя по тому, что по времени у нас тайминг расходится почти на 40 минут, там игра как раз вот, которая следующая, после которой не будет. Все, побежали в атаку. Майами забивают, забивают эти два очка. Да, друзья, моя Кривенкова забила. Сейчас, если в защите удастся отстоять. Может, у нас просто мега-интрига вернуться. Потеря для Портленда. Время идет. Последняя минута, напомню, чисто отыгрывается. Литвинова с мячом. Ставит ей Самойлович заслон. Очень дальняя треха. Не знаю, насколько она была нужна. Отскок, тем не менее, возвращается к Майами. Будет Самойлович пробовать треха. Кольца даже не касается. Может быть, стоило попробовать в проходе эти два очка набрать. 46 секунд. Кривенкова там максимально пытается на перехвате сработать. Не получается. Шергалина возвращается мяч на штрафной. И точное попадание 13 номера. Но теперь уже 48 на 42. 6 очков. 2 трехочковых. 2 трехочковых нужно точно попадать. Не уверен, что это получится. Морозова фолит, в принципе, все правильно делает. С линии штрафных еще нужно забить. А то даже линии штрафных-то не будет. Просто лицевой будут Майами вводить. Первый фол только у Портленда. Литвинова промахивается. Шур там подбирает. Но опять-таки владение у Майами. 17 секунд. Очень долго, не знает, что тут сделать с мячом. 33-й, выходит на треху. Очень сильно, очень неточно. Ну и все, у Портленда победа. Забирает Портленд этот мяч. Только я это сказал, зачем я это сказал? Портленд потеряли. Кривенкова тоже промахивается. Все, теперь уже точно мяч закончен. 48-42. Победа за Портлендом. Ладно, друзья, ждем следующую игру. Сейчас она уже стартанет.